Ребята, всем большой-большой привет. Спасибо всем огромное. Сегодня мы будем делать такие закусочные кексы. Очень просто делается. Очень просто. Нам понадобится вот 120 грамм муки. И здесь пол чайной ложки чайного разрыхлителя. Сейчас мы сюда вбиваем яйцо и 100 грамм водички. Нам понадобится вот такое отварное мяско. Готовое уже. На терочку натертый кабачок и перчик. И посолить, чтобы выдавить лишнюю воду. И грамм 50 сыра. Ну, 70. Все. Замешиваем тесто. И будем выпекать вот таких вот формочках. Сюда мы бьем яйцо одно. Мешаем, добавляем сюда 100 грамм надо водички и все это готовим в такое жидкое как бы тесто. Можно еще добавить водички чуть-чуть и потом сюда все будем добавлять в это тесто кабачки, мясо, сыр. Сейчас я замешу хорошо тесто. Это должно быть такое, как на оладьи. Даже можно даже чуть реже. Ну, сейчас все побросаем сюда. Ставим сюда кабачки с перчиком на терочку. А предварительно надо отжать. Посолить, поперчить все по вкусу. Все это перемешиваем. Добавляем сюда мясо, сыр. Вот видите, какой мы должны. Добавляем сюда мяско отварное, размельченное уже. И вот какая масса у нас получается. Уже сюда мы сыр поставили. Видите, какая красивая, яркая мяско. Такая закусочные такие будут у нас кексики. Не добавлять муку не надо. Они должны быть такие не забитые. Все, сейчас заполняю. Духовка уже включенная. Но надо где-то 180 градусов, не больше. Чтобы оно пропеклось хорошо. Такие формочки я выложила. Надо не полные, так чтобы был запас. Потому что оно будет подниматься. Оно до сюда поднимется. И все, чтобы не вытекало. Все, перед этим поперчить, посолить по вкусу. Разогретую духовку. Сейчас вот это все ставим минут на 20-30. Вот, ребята, наши закусочные кексики готовые. Вот разрезанные, смотрите, какие дырочки. Мяско, кабачки, все хорошо видно. Смотрите, какое блюдо. Готовится быстро. Очень быстро. Готовьте. Всем приятного аппетита. Пока-пока.